Привет, привет, мои дорогие ребятушки. Я вернулась с работы. В принципе, мне ничего такого не надо было. Но вот сижу на работе. У меня стрим должен же быть. Думаю, с чем же мне провести стрим? И у меня, конечно, я вспомнила кильку. У меня потекли слюни. И я проехала одну остановку. Зашла в Спар, купила молока. Оно сейчас по акции 69 рублей. Кстати, стоит, который там, ну, 6-7 годности срок, да, это 6, который ближе стоит. 30 числа я полезла, а 4 сегодня 5. Вот, нашла посвежее. Купила килечки. Не знаю, хочу я картошки или не хочу. Но если захочу, я еще, у меня еще есть время ее сварить. Лук. Чиполинка есть, хлебушек есть. На стрим я готова. Но видео выйдет уже завтра, а стрим-то будет сегодня. Поэтому вот я приготовила. Ну, это так, обзорчик покупочки на 100 с чем-то рублей. 680 грамм. Купила лимонадик. Ну, так, запить, заесть. В принципе, захотелось мне попить. Да-да-да. Попью. Ну и все. На этом мои покупки на сегодня закончены. Не знаю, останется лимонад до стрима или как. Иногда хочется лимонадику. Вроде идет потепление. Но еще все в теплых куртках ходим. Все равно ветер холодный. Вроде идешь так-то, к вечеру уже холодно. Ветерочек дует. Как у вас день прошел сегодняшний? У меня так себе быстро вроде. Ну, как народу очень много, мы же сидим на 2 приема. Врачей нет, но со следующей недели у меня будет один участок. Ну, как бы, да, я буду с одним врачом сидеть и один участок. А мы сейчас сидим с одним врачом, который принимает 2 участка. Маленько-маленько мы передохнем. Готовить я ничего не буду сегодня. Сейчас, сегодня я буду только-только отдыхать. Выйду с вами в стрим. И будем болтать. А про любовь. А про тебя. Кстати, Сарова, это вот наш лимонад. Вкусный. Хотя бы считается, что типа он натуральный. А килька меня уже прям хочется. Так что жду вас. Жду вас. Ну как я могу пригласить? Я не знаю. А, в принципе, я и сегодня, ну, видео выйду. Я сегодня, наверное, выйду в стрим. Ну, я не знаю, может, выйду в стрим на Ютубе. Это я тоже сообщу заблаговременно. Потому что еще проверю, работают ли комментарии, то меня уже ждут. Все, всех обняла, такое небольшое короткое видео с готовкой, что сейчас буду разогревать, поем, и все. Мукбанг. Сейчас надо из чего-нибудь еще. А вообще-то что есть, скоро стрим. Может, и не буду. Через час буквально. Перекушу что-нибудь то. И все, жду. Пока-пока, чмоки-чмоки, ваша Наташа.